Ужасы внутридворовых дорог. Так о ситуации высказываются автолюбители, которые обратились в редакцию программы «Челны-24». По их словам, большая часть дорог Автограда покрыта ямами, рытвинами и колдобинами. Проезжать опасно, участки приходится очень медленно, чтобы не поранить боевую лошадку. Съемочная группа программы «Челны-24» проехалась по некоторым местам. Первая точка, на которой высадился десант съемочной группы программы «Челны-24», стала внутридворовая дорога в 47-м комплексе. По словам автолюбителей, чей путь лежит через данный участок, ощущение, будто едешь в поезде, также укачивает. Очень плохая дорога. Я каждый день приезжаю вот сюда. Но машин много, конечно, и дорога очень плохая. Вон ямы снимайте там. По всем дворам ужасно, да. Кроме основной трассы ничего не делают. Аналогичная проблема и во дворе 65-го комплекса. Ямы здесь настолько большие и глубокие, что автолюбителям приходится маневрировать для того, чтобы их поездка не закончилась внеплановым визитом в автосервис. Хоть и не с первой попытки, но иномарка смогла выбраться из ловушки. На проезжей части нет живого места, она вся покрыта рубцами в виде колдобин и ям. По словам водителей, внутридворовая дорога больше напоминает кратер на Луне. Другие сравнивают ее с теркой. Эффект один и тот же – портится машина. Никаких абсолютно дорог здесь нету. Получается осенью, вот, разбивается, размывается. Ну тут стройка, видите, идет еще, школа строилась, КамАЗы как бы ездят уже. Ну, заделают дыры в любом случае. Заделать дыру нужно и в 30-м комплексе, уверены автолюбители. Здесь ситуация такая же печальная. Россыпь небольших ям на дороге. И они вызывают большое недовольство со стороны челнинцев. Их ответы на вопрос о том, что они думают о состоянии местных дорог, достаточно красноречивы. Ужасно, ужасно. Не делают совсем. Центральную сделают, и все. Когда лужи на дорогах, ям не видно, ямы глубокие. Ломается ходовая часть. Вот за последний месяц потратил около, наверное, 10 тысяч на ремонт. Как нам сообщили в исполкоме, ремонт дорог в комплексах будет проводиться в рамках реализации республиканского проекта «Наш двор». Программа рассчитана на 3 года. Список на этот год уже определен. И в него попали внутридворовые дороги, в том числе и 30-го и 47-го комплексов. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны-24.